Відчуття, коли спостерігаєш за X-фактором по телевізору. Здравствуйте всім. Очень приятно всех вас видеть здесь. Для нас особенно. Ощущения такие, что я хочу быть там. Ну, я не знаю, ну, у меня ощущение было, что я еще, может, ну, чуть-чуть, ну, не до конца мы еще здесь открылись. И вот было вот немножко такое вот ощущение. Когда мы сидим, когда мы сидим на гриме, мы знаем, какая программа идет перед началом. Говорю, о, вот сейчас вот мы сидим на гриме как раз вот в этот момент. Вот, ну, как бы очень тепло, очень вспоминаешь так. Що ви будете загадувати напередодні Нового року? Що хочете під ялиночку? Я не знаю, що ти хочеш, Макс? Я... Щоб збулись всі плани, які ми задумали зараз для свого продвіження, от як-то так. От ми хочемо загадати те, щоб... Все то, что мы хотим, оно сбылось. Вот, ну, то, что мы задумали сделать в следующем году, оно все сбылось. Так как в этом мы планировали прийти на 5-й сезон X-Factor'а, и вот в следующем мы тоже хотим... Ну, не будем рассказывать всех секретов. Тоді я бажаю, щоб ваші добрі мрії збулися, а ми чекатимемо з нетерпінням новин від вас. Це був дует «Типажі». Спасибо. Спасибо.